Сегодня мы продолжаем занятие по теме карта. Вчера мы провели первое занятие. Конечно же, мы за эти дни, которые мы с вами здесь позанимаемся, мы сможем в той мере, которая необходима, что-то освоить. Но мы, задача моя, мы с Богданом, с Коняном, да, разговаривали, у нас задача это, может быть, еще раз напомнить, что есть такой метод тренировки, как ката, дзюдо, который необходимо знать, необходимо практиковать, необходимо уметь делать. И я, конечно, благодарен интегратору за то, что он разрешил и встретил меня здесь, чтобы мы вместе с вами пообщались. Значит, что мы делаем? Мы, конечно, сейчас только получаем знания. А научиться уже – это ваша задача через эти знания. Если вы будете практиковать, то все, вы научитесь. Задача. Итак. Ноги на ширине плеч и пойдем назад. Не торопитесь, спокойно настраивайтесь, прочувствуйте все ваше тело. Все одинаково. По большому счету, отличий фундаментальных как бы действий, кто в карате, что в айкидо, что в дзюдо, самбо, таэквондо, другие направления, они одинаковые. То есть у нас есть разнонаправленные движения. Если мы делаем, допустим, прием асото-атоши, у нас действие руками идеально, это, конечно же, вот. Мы видите, что сделаем скручивание, да? То есть, по сути, это вот такое движение. Везде оно прослеживается. И полностью иначе. Да, движение. То есть оно все равно есть. Да? Ката-гуру. Движение все равно есть. То есть оно может быть разнонаправленное, но, то есть имеется в виду вверх, вниз, так далее. Да, три части, то, что мы делаем. Но оно все равно есть. И поэтому, если мы постоянно в тренировочном процессе используем это действие, то оно, соответственно, у нас вырабатывается динамический стереотип. И мы уже в момент атаки на заднюю подножку, да, сотоложку, мы можем подтянуть, это будет у нас как удар вперед, а это назад. Мы, соответственно, сможем резко выполнить это действие. Зачастую в борьбе у нас почему не происходит задняя подножка? Потому что руки не срабатывают необходимым образом. Для детей самого маленького возраста, да, мы даем игровые методы и даем. Это легко, но если это повторять 100 раз, то мышцы начинают работать без болезни. Самое важное в процессе обучения, мы идем от простого к сложному, а не наоборот. Не даем сложное, чтобы потом вернуться к простому. Мы даем самое простое, потом добавляем, вот, знаете, мы все делаем вот это упражнение, да? Многие видели вот такое упражнение, да? Это опять то же самое можно делать. Какое упражнение, видите? Это простое, но его надо давать каждый день, да? Или через день, в процессе тренировки, и тогда будет. Хорошо, сейчас подходим боком. И руки тоже перед собой, это важно. В тренировочном процессе, если мы изучаем дзюдо, руки не вот здесь. Все время они тоже приучаются держать. Корпус держит, да? И мы пошли. Ноги все время чуть шире плеч и опять шире на плечи. Давайте левой стороной туда идем. На что хочу обратить внимание? Конечно же, это не сразу у нас будет все получаться однозначно. Я с одним таким хорошим мастером, учителем из Сербии, мы с ним одно время даже в Якутии тренировали, Милан Вуйчич такой есть.
И мы с ним обсуждали. Мы в разминке с вами зачастую делаем вот такое действие. Даем такое действие? Да. С точки зрения дзюдо категорически нельзя. Как вы думаете, почему вот это действие приучать детей? Во-первых, привычка. У нас сразу вырабатывается, да, неправильный динамический стереотип. Мы сразу же сами, ни того не зная, приучаем детей собирать ноги. Это раз. Как говорится, 10 баллов. Второе, что? Смотрите. Прыжок. Еще 10 баллов. Прыжок. Как только у меня ноги оторвались от татами, все, я проиграл. Подсечка, Маруто Суинаги, там тысячи приемов, которые можно делать. То есть не всегда это есть дзюдо, но зачастую это выполняется. Это скрестный ход. Скрестный ход. Здесь важно. И видите, я немного приседаю. И нога вот сюда, на ширину плечи. Для разминки и для подготовки это очень важно. Ну и руки, конечно, у нас. Да? Что это, для чего это? Это прием, который выполняется, допустим, для учимата, для оучигари. Да? Сюда. То есть мы этим действуем для учимата. Когда мы сюда входим и отсюда делаем учимат. То есть мы вот таким образом опять формируем здесь, но обязательно приседание. Если я вот так вот делаю, здесь, видите, ноги не так. Здесь мое положение. Ноги на ширине плеч. Сюда вижу. Сюда. 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 И вот так вот, давайте, правый-левый подъем. Ручки перед собой. Внимательно, не дрожите. Прочувствуйте устойчивость тела. И одна нога вперед, потом назад. Вперед. Назад. Это тоже это маленькая так. То есть партнер меня начинает толкать. И, допустим, делает, мы договариваемся, что он сейчас правой ногой будет идти на меня. Толкает. И вот такое движение пошло. Это можно тоже назвать как. То есть это формальный комплекс последовательности действий. Но это самая короткая ката. Ката можно увеличивать до 3 упражнений, 5, 100. Есть упражнения, которые там. Ката из 150 упражнений, которые соединены как музыка. Да, мы слушаем музыку. 7 нот, а мы можем музыку слушать 2 часа. Да, песня там идет. 3 минуты, 4, 5, 10 минут, если симфонии целые играются. Это тоже ката своего рода. То есть ноты соединены в определенную последовательность, тональность, переходы. И все это называется, по большому счету, можно назвать ката. Вот. Это ну, так, чтобы вам понятно было, как и что происходит. Рандори, конечно же, это немножко другое. Рандори – это свободное, произвольное. Я не знаю, что он делает, и он не знает, что я делаю. Но если у меня через ката наработано много различных вариантов, то я уже могу предвидеть действия соперника. И если мы стоим вот так, и он начинает делать вот этот ногой шаг, да, а у меня нога, кстати, вот здесь, и он начинает делать ногу, я могу предвидеть это действие. Да? Или я буду уходить и продолжать его делать бросок, или я буду, допустим, другой, или я буду оставлять ногу и продолжать действовать туда. Но это все опять, это через вот эти различные ката, ситуации мы можем проработать. Давайте теперь мы выполним такое упражнение интересное. Мы вчера с вами делали, помните, я говорил, есть разворот через живот, да? Когда мы ногу поворачиваем, пальцы указывают направление разворота. Пальцы. Если у меня пальцы, стопа разворачивается сюда, то у меня будет идти разворот через живот. Это внутренний разворот, да? Если у меня, ну и так, на японский говорят, майя, да?
через вперед. Если уширо, то это назад. Да? Ну, будем говорить так, что потом говорю. Значит, если я назад хочу спиной развернуться, то я буду разворачиваться. Видите, первое действие пятка. Пятка, и видите, а само тело у меня туда идет. Я назад. Пальцы, само тело идет. Я сюда. Это безопасный разворот и самый эффективный. Для детей, для взрослых постоянно это практиковать очень хорошо. Можете сейчас попробовать, смотрите, что это поделать. Так, так. Вот я взял сюда. Теперь смотрите, что я делаю. Теперь я спиной буду. Раз, два. Теперь я опять. Раз, два. И можете тоже руки перед собой. Попробуйте. Сейчас мы делаем полный 180 градусов разворот. При том, и 90 градусов, но мы сейчас полностью разворачиваем. Хорошо, давайте теперь сейчас покажу одно упражнение, которое мы сделаем в паре. Подвигаемся, смотрите, задача такая стоит. Сначала один держит руки партнера. Кого держит, тот начинает движение выполнять первым. Смотрите, я сейчас буду двигаться, допустим, в ту сторону. И вот что я делаю. Сначала у меня разворот через живот будет. Да, да, да. Здесь у нас вот это тоже как, да, мы последовательно здесь сами изучаем. Я сюда пошел. И руки у меня вверх. Теперь у меня что? То, что мы делали сейчас. Раз, развернулся. Руки вверх. Вытянули. Теперь наш что идет? Разворот через спину, да? Мы пятку туда поставили. И вместе развернулись. Теперь в обратную сторону. Да? Вверх. И сюда вернулись в исходный положение. Давайте по парам разойдитесь, попробуйте на месте. В одну сторону, вдруг. Вот сейчас смотрите, здесь я иду, и ты начинаешь движение. И в обратную сторону. То есть на одном месте, да, влево и вправо. Один раз в левую сторону, один раз вправо. Значит, здесь синхронное действие. Если ты держишь руки, значит, выполняем тоже слабое. Ты держишь движение начинаем. Раз. Вытягиваем. Так, давайте задам вопрос. Быстро делать, медленно делать? Конечно же, когда, ну как так, скорость или быстрота приходит из медленности. То есть сначала мы, конечно, начинаем делать все медленно. Один мой друг, он занимается китайскими боевыми искусствами, он сказал так. Самый выдающийся, ну такой, гранд-мастер, он делает шаг вперед по времени 2 минуты. Можете делать шаг вперед 2 минуты? Вот кто сможет сделать шаг вперед в течение 2 минут, один шаг, это значит, вы достигли уровня гранд-мастера. Но это не значит, что я... Так, мне засекли время, и я так встаю. Осталось минута, 59 секунд осталось, и я сделал шаг. Нет, это значит, что мое движение, оно всегда идет, но оно идет ровно 2 минуты. Понимаете? Вот этот вот цикл, то есть, да, он все время идет. Это так же, как мы не замечаем, как у нас в теле. Мы не чувствуем, но у нас в теле движение все время есть. Все молекулы, все атомы, все движется. В мире все движется. Быстро оно движется или медленно? Оно движется ровно так, как это необходимо.
Но мы, конечно же, когда мы изучаем любое упражнение, да, любые буквы, когда мы в школе писали, мы что делали? Мы, конечно же, медленно, мы должны понять, как наклон, как ручки вверх, да, работает и так далее. Так же и здесь. Мы начинаем медленно. Я должен почувствовать, что происходит со мной. Да? Мы начинаем медленно. Потом, когда я его понимаю, я начинаю чуть быстрее. То есть потом все равно я опять возвращаюсь в медленность, но это медленность не потому, что она медленна, а просто я знаю, когда надо сделать это действие. Меня взяли за руки, я шел, все, партнер упал. Иногда бывает, вы смотрите соревнования, да, борьбу или сами подходите. Вы даже не поняли, как вы так сделали, что партнер уже упал. Потому что у вас так наработана техника, по сути, она была медленной, но она была быстрой. Это значит своевременной. Понимаете, такое понятие своевременность. То есть я провел прием своевременно. Когда это необходимо? Есть тот, кто атакует, я буду сейчас атакующим, Тиграм будет делать защиту, и он в конце концов заблокирует все мои действия. То есть я воздействую, Тиграм останавливает мое воздействие. Вот вы стали, ну и решили плеч. Я полностью буду сейчас попробовать показать действие. Так, ну, ты вчера наблюдал, да, я думаю, что ты видел. Thank you.
означает, что он теперь, что важно, раньше, смотрите, тоже разговаривал с китайцами, с японцами, они говорят, что раньше обучали, как, допустим, говорят, ты должен потянуть к себе. Как вот объяснить, как надо тянуть к себе? Знаете, как раньше обучали? Ну, давно, там, 100-200 лет назад. Ну, так. Ты должен тянуть, как будто бы ты вытягиваешь сеть рыбную из моря. И он, все же были, там, крестьяне, тому, кто работал, мы, они знали, как вытягивать сеть. Значит, надо встать, да? Ты должен тянуть, как ты на лодке плывешь, как гребешь. И у него сразу представление, да? И он начинает работать. То есть он не может на лодке вот так плыть. Да? Значит, ему нужно движение сделать, да? Движение, да? Он начинает делать движение. И он не может. И тогда он берет захват, если у тебя его толкают, и он очищает. Да? Он этот процесс у него понимает. Вот так, конечно, тоже обучает. Как надо тянуть, как надо так. Как надо присесть? Присесть не так, как будто ты хочешь пролезть под стол. Да? Значит, он приседает и туда ныряет. То есть вот эти ассоциации, да, с чем? Приседайте, ну и все, приседайте. Не приседайте, как будто вы под стол хотите залезть. Значит, так, хорошо. Следующее упражнение. Второе. Сейчас сделаем без партнера. Это такое маленькое ноу-хау, которое, в принципе, я нигде не видел. Я разделил все упражнения вот так. Сначала для одного, потом для другого. Я мало видел, что вот так вот изучают карты вообще. В основном карты изучают сразу в паре. Вот. Смотрите, что будем делать. Сейчас показываю. Вот мое положение. Я делаю так. Поставим так. Начинаем такое движение толкания, как будто толкаем вперед правой рукой. И наклоняемся. И правая рука ныряет и вытягиваем ее вот сюда. Ага. Теперь смотрите, левую ногу поворачиваем, ставим вот сюда вперед и развернули. Хорошо. Теперь правую ногу отсюда повернули пальцем вперед. Хорошо, молодцы. Левую руку мне, пока вы только ногу правую поставили. Видите, как это? Теперь левую руку прижали вот сюда к пояснице. И приготовились сейчас делать шаг левой ногой вперед, и левая рука будет, как будто вы хотите достать. О, вот так, две руки там, две руки впереди. Да. Теперь отсюда начинаем, здесь передняя нога, пятка начинает разворачиваться, и мы полностью разворачиваемся спиной и прогибаемся. Хорошо. И наклон вперед,
Шаг правой ногой назад, и рука правая сразу к плечу установится. Левая нога идет назад. Выпрямляемся. Правая нога назад, левая рука сюда, к груди. Левая, правая. И руки вверх. Опустите. Возвращаемся. Еще раз давайте правую. Наклон. Правая нога и правая рука. Левая нога, как дуло, выпрямить. И левая рука сразу сюда, вот эту вот так. Вот, развернули так. Устойчивое положение сразу. Ни в коем случае, не на носочек, не. Так встанешь, тебе сразу просунуть. То есть мы сразу становимся устойчивыми. Теперь. И здесь опять не будет. И левый. Так будет делать два раза. Наклон. Левая нога, левая рука. Правая. Выпрямились. Рука идет к себе вот здесь. Обязательно вытягиваемся. Да, вытягиваем тело. Мы это упражнение еще очень хорошо для мышц. Мы не расслаблены совсем, мы вытягиваемся здесь. Наклон делаем не сутуля. Вот это действие. Не дотон. Да? Мы делаем наклон прямой. Так, смотрите, что мы делаем. А, какая у нас исходная позиция? Исходная позиция. Мой партнер стоит вот здесь. Я толкаю. Он уходит в защиту, защищается, берет мою руку, проходит туда и вытягивает. Помните, мы делали, да? Без партнера это действие. Вот он. Без партнера. Есть. Нет, одной рукой. Не надо второй рукой брать ничего. Потому что вторая рука вам пригодится дальше. Вот. Здесь у меня теперь опасное положение. Я должен сделать защиту. Знаете, что я делаю? Я не могу сразу развернуться. Я готов. И теперь отсюда я вот уже защитился. Видите, я развернулся. То есть сюда я не могу идти. Мне больно. Да? Просто так разворачиваться тоже не могу. Потому что я сразу могу получить удар, какой-нибудь захват или что-то еще возиться. Поэтому я здесь, видите, прячу руку, да? Готовлю, ставлю опору, разворачиваюсь. И вот с этим разворотом я сразу иду. Вот с этим разворотом я сразу иду в атаку. И я иду в атаку вот сюда. Да? И поверьте дальше рука как куда идет. Здесь. И что ты делаешь? Хватаешь руку. Дальше еще шаг делаешь. Теперь две ноги ставишь на одну линию. Не вверх. Две ноги вот. Видите, какое у меня положение? Оно стабильное у меня? Нет. Я например, это кузуш. Он вывел меня из носа. Теперь вращаю руки в эту сторону. Все, он меня заблокировал. Здесь я прыгал, я сдаюсь, сначала возвращаю и отпускаю. Да. Мы сейчас в другую сторону идем. Если толкаешь левый плечо, первая нога уходит в левый плечо. Наклон, нога ушла. Взяли руку. Уходим сюда, ручку подняли. Теперь вопрос. Я дальше продолжаю движение. Он идет ко мне. Я не хватаю сразу руку. Я его затягиваю. Он видите, как вытягивается. И я здесь перехватил. Все, жду. Стучить ногой. Когда толкаешь, да?
держи, держи. Держи вот так. Вот. Руки на беги, пойди. Два раза руки, иди к нему. Слишком близко к себе, да? Вот. Все, да. Скажи, не скажи. Сюда. Держи, пожалуйста. Здесь я могу тебя... Да. Здесь я, смотри. Вот здесь держи. Видите, дистанция какая? Если вот так близко, он может головой ударить. Мне не надо это, мне нужно дистанция. Если мне будет необходимость, если он будет шевелиться, я могу дальше. Если необходимость, здесь уже все. В этом плане чувствую, да? Очень чувствую. Ты не просто руку даешь. Твоя рука должна идти ему. Ты хочешь схватить его? Иди на том месте. Не так послать. Вот. Отходи дальше. Вот. То есть ты напрямую. Руки здесь все вниз. Это я беру захват за руки.
Дальше. Я носочки сам. Мое действие вот сюда. Это кузуш. Выведение занавесит. Этого достаточно. Даже если он просто вот так вот плечи сделает. Даже не самое насущное, просто. Вот это уже кузуш. Но если я делаю вот так вот, то это более как, видите? Теперь я сделал кузуш. Помните, вчера показывали про кузуш, да? Что он делает, видите, с головой сцены? Теперь я что делаю? Видите, перехват. Смотрите, меня держит. Помните, вилки? Да. И здесь, смотрите, что я лопаю. Здесь были вилки. Теперь я меняю. Да? Я же стоял вот здесь. Да? А вот это, вот это. Да. Ты убираешь. Теперь я здесь развернулся. Да? Я развернулся. Подтянул себе лопу. Теперь смотрите этот момент, что делает Махо? Помните второе действие? Он ставит руки и что соединяет ноги? Да? Я приседаю. Теперь он хлопает меня по спине. И я его ставлю обратно. Учит баланс. Не просто принципом, но также балансирование с партнером. Хорошую физическую подготовку, потому что сейчас попробуйте это не просто так. И поднять, да, и опустить. И все это еще с правильным захватом. Давайте еще раз. Смотрите, вот ко мне разворачивается. Если я эту руку оставлю вот здесь, смотрите, что произошло с ней? Она застряла там. Все, зажимаем руку. Она застряла. Понимаете? То есть я уже не смогу ничего сделать. Я должен уже предугадывать, чтобы это не произошло. Я понимаю, что он закручивается сюда для чего? Для того, чтобы меня бросить. Значит, я сразу же в этот момент, когда он вот сюда вот движение, я эту руку отпускаю, чтобы не дать ему вращение вот сюда. И самая простая и эффективная защита — это поставить руку на поясницу и, смотрите, не просто поставить, а еще вспомнить. Попробуй туда прыгнуть. Можешь? Помните, да, заведение, берем двух рук назад и здесь. Все. Если вам в рамке пытаются сделать бросок Морото Суинаги, Япон Суинаги. Вот так сейчас делаем Япон Суинаги. Япон Суинаги. Вам не надо защищаться, делать. У вас есть вторая рука? Никогда не сделайте. То есть это самый эффективный способ защиты. Теперь, дальше, что же я делаю? Значит, когда мне, вот я вот сюда, сюда вошел, смотрите, Махо сейчас блокирует, я вот это действие не смогу делать. Смотрите, почему я опускаюсь? Я опускаюсь ниже его центра тяжести, и чтобы его рука выпрямилась вниз. Значит, я руку-то зажал вот здесь. Здесь у меня не получается туда сдвинуться. Я начинаю приседать по центру тяжести. Можешь сейчас защититься? Нет. И я начинаю выбивать его ногами. И здесь еще делаю. Поднял и могу бросить. То есть это следующее действие, это разница между Япон Суинаги и Морото Суинаги. Бросок через плечо
Вот так. Но когда меня останавливают, я перехожу в мороду свою энергию, бросок через спину. И полностью энергия — это вот это. Мороду свою энергию — это через спину. Все зависит от действия защиты, да? Понятно? Теперь, какие мои действия, то я наверху, я тоже должен не просто как сосиску быть. Значит, вот, да. Я защитился, здесь обязательно прижать руку, да, спина прямая, да. Вот. Теперь смотрите, я вот так вот соединился, выталкиваю. Прижимай руку снизу. Не, не вот сюда. О! Еще наклонись. Видите мои действия? Я не как сосиски висю сюда. Я, видите, да? Я вытягиваюсь. Мышцы спины тренируют раз, как тренировка. И в дополнение к этому, я таким образом могу также, если я совсем обмякну, здесь локоть лежит, локоть. Смотрите, сейчас я объясню захватчик. Значит, если в момент подъема вы обмякли, ноги вниз опустили, вниз просто вот висит, куда-то. Я вот так понял, да? Здесь уйти с этого положения уже тяжело. Но если вы вытягиваете ноги, вы можете дать инерцию и, так называется, сальтом туда уйти. Понимаете? Я не могу вам сейчас показать, но принцип, то, что я ставлю на носочек и туда буду движение делать, могу таким образом, как вот мы делаем, прыжки через подкрытым разным. Если акробатика называется, я так могу уйти из этого опасного положения. Давайте попробуйте с парой, с партнером выполнить второе упражнение. Еще получится. Не тратить. Иногда почему у нас не получаются броски?
Вот, допустим, пытаемся делать опорную ноги и падаем сами. У нас слабые ноги. Да, мы берем штангу, мы занимаемся со штангой. Но штанга это не динамический инструмент. Штанга не позволяет нам чувствовать партнера. Партнер живой, штанга мертвая. Штанга не специфический инструмент для тренировки дзюдоиста. Но специфический это он. Потому что я его поднимаю, и он там у меня. Ведь и влево, и вправо. Он понимает. А мне надо его удержать. То есть если он пойдет туда, я завалю сюда. То есть мне надо мышцы свои, чтобы они у меня были развиты. Если меня повело туда, мне надо стабилизировать сразу тело, да? Ведет туда, значит здесь подработать. Ведет сюда, значит здесь подработать. Ведет туда носом, значит здесь подработать. Вот так через карту мы учимся владеть телом. Такое упражнение японец показывает. Очень хорошее. Для детей вообще шикарно. Для взрослых. То есть, в тот момент, когда я сначала баланс, да, равновесие, я взял захват. Это умение держать захват тоже важно. Ноги вместе, тело положу. Здесь. Не просто вот так. Разные вещи, да? Это сделал, потом мышцы включились. Я держу баланс, равновесие. И в тот момент, когда я уже начинаю, сейчас я отпустил по дороге, когда меня уже перекидывает, я тоже учусь делать группировку. Безопасное падение. У Кэмби. Если я не сделаю группировку, что произойдет? О! И травма. Шея. Но я в момент падение, сейчас пока рука здесь, ну чтобы показать, в момент падения. Видите? Я буду сразу. Группе ломаться. Для детей очень хорошее упражнение. Научить их владеть телом. Для высшей пилотажи. Это когда вы становитесь без рук. Без рук. Ну, это уже постарше. То есть, да. Баланс и группировка. Баланс и группировка. Спасибо. Это для похожих карт. Да? Раз и группировка. Так, ну и вот давайте еще. И давайте еще сейчас еще одно упражнение похоже. Да? Первое. Ой, с этим. С третьим упражнением. Третий я стоял так, а четвертый я стою вот так. Задача сейчас походу. Он меня должен развернуть к себе. Сейчас я могу развернуть потом. Правая рука. Здесь левая будет давить. И вот здесь же. Или левая рука, и правая. Вот еще. Вот такой разворот. Вот так, да, чтоб видно. Вот меня начинает разворачивать. Как я разворачиваюсь? Я опять вот это наши действия ногами, да? Вот такой разворот. Но, если меня разворачивает кто-то, я же не знаю, кто там за спиной. Да? И если я разворачиваюсь вот так, смотрите, а он действует вот так. И зубы на пол. Да? Ну то есть он же, я же не знаю, что он меня вот так берет.
задача. Кто будет? Значит, моя задача разворачивается, не сразу делать защиту. И вот моя защита. Тот блок, который изучается в карате и везде. Теперь можно перетворить? Но он продолжает перетворить, он держит спину. Да? Я сюда думаю, спешно рука перескакивает сюда, и я делаю лучше. Дальше продолжает очень быстро. Я делаю полный разворот. И теперь у меня рука идет на японскую ногу. И здесь он понимает, что он будет падать, он делает защиту опять, как мы только что делали. Да? Только пальцы не вверх, а вниз. И здесь я опять делаю приседание, руку прижимаю к себе и приподнимаю вверх, он стучит рукой, и я спокойно его отпускаю. Не торопитесь, не торопитесь. Не торопитесь, да, 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 так хорошо. Хорошо. Стучи, все, да, молодец. Сейчас посмотрим, как делают ребята упражнения. Кто может сделать? Кто готов? Так, давайте вот это последнее упражнение. Так, понимаете, да? И сделайте. Хорошо, но есть еще, конечно же, моменты, которые немножко не совсем корректны, но ты сделал так, как сейчас ты пока понимаешь. Нормально, давай. Сейчас с вами имеем традиции, да? Будем подводить итог. Мы с вами имеем различные передвижения, различные.
Отличная смена положений, да? Мы стояли спиной, стоим лицом. Различные положения рук, вверху, внизу, постоянно смена, да? То есть мы учимся управлять своим телом, управлять не просто своим телом, но еще и телом партнера. И таким образом мы улучшаем качество вообще двигательных способностей своих. Это одна из важных задач. Улучшить качество двигательной способности. Самый простой пример, который я привожу для обучения. Сейчас все представим, попробуем вспомнить себя маленьким. Вот мы маленькие или друг друга. Первое. Что мы начали делать? Да? Мы начали исследовать мир. Сначала руки. Потом что? Голова. Да? Потом чуть-чуть ножки начали двигаться. Потом мы научились что? Переворачиваться. И вот так вот двигаться. Маленькие, да, дети? Потом в другую сторону. Да, так вот вращаться. Потом что мы научились делать? И как мы это учились делать наиболее все время лучшим способом, да? Качественным, эффективным, на четвереньках. Потом что мы научились делать после этого? Научились вставать. Мы сначала так вот вставали, маленькие. Значит, ощущали, мы готовили тело, да, мышцы. Это не просто так, это на генетическом уровне у нас все зависимо. Формулы все. Потом мы кроватку там, стенку. Да? Потом мы встали и маленькие, что мы делаем? Что произошло? Да? Мы стоим, потом мы там вперед, назад, вперед, назад. Сколько раз мы это делаем? 24 часа в сутки практически. Ну, берем 10 часов сна, да, 12 часов тренировки, 12 часов сна. Потом мы что? Потом мы пошли. Потом дальше. Выход, да, все, все, мы уже. Потом мы начали у нас вращение, да? И вот так мы начали познавать мир. То же самое дзюдо, ката. И ката вообще все. И вообще дзюдо это просто как инструмент дополнительного познавания мира. То есть и себя самого. Как наше тело? А, наше тело, оказывается, маленькое время, мы не понимали, что мы можем пробить. А потом мы поняли, а наше тело может еще и ходить. А теперь мы понимаем, что наше тело может еще и взаимодействовать с кем-то, да? А наше тело может еще кого-то поднять, но не только положить, но еще и обратно поставить. Это значит мышцы и так далее. Все должно работать. И самая такая важная штука, сейчас мы вернемся к медицине. Здоровье. Мы все опять, все говорим о здоровье, в любом случае. Нет здоровья, ничего не будет. Да? Ребят, понятно? Как только у нас болит колено, можем мы что-нибудь делать? Все. Эффективность наших действий сводится к нулю. А мы все должны стараться коэффициент полезного действия или коэффициент жизни полезный, потом ближе к 100. Итак, мы говорим о здоровье. Значит, что у нас с точки зрения организма? У нас есть сердце. Что оно делает? Оно качает кровь. Но это насос, который качает кровь только в одну сторону. Кто медицину не знает, маленькая отклеится. Сердце качает только в одну сторону. Оно так делает. Фуп! Давление создало, и кровь по артериям двинулась к органам, к частям тела и так далее. А кто возвращает кровь к сердцу? Второго, третьего сердца там нет. Надо же кровь, чтобы обратно пришла. Потому что кровь с кислородом идет к органам, забирает все, как говорится, извиняюсь за выражение, плохое, и должно возвращаться к сердцу, очищаясь через печень, да? Там проходит очищение, и должно вернуться к сердцу. Вопрос, кто возвращает кровь к сердцу? Вот это понятно, что мы
сами, да? Хорошо. Да. Движение. Кровь к сердцу возвращает мышцы. Сердце – это мышца, оно только сокращается. Да? Оно сокращается в плане выдавливания давления. Там клапаны стоят, не дают обратно. Значит, но есть клапаны, которые входят. Это вены. Вены ведут кровь обратно. Кто возвращает? Опять мышцы. Если у нас есть малый круг кровообращения, есть большой круг кровообращения. Значит, если малый круг, если у нас хорошо развиты мышцы, вот это действие, то, что мы с вами сейчас делали, да? Это мышцы работают, они давят на вены, и кровь под давлением венок идет к сердцу. Здесь мы с вами поработали, и мышцы сейчас опять давят, они, да, начали сокращаться мышцы, давят на вены и идут в сердце. Значит, мы создаем нормальное движение крови в организме по малому кругу, по большому кругу, что немаловажно. Большой круг кровообращения важен, потому что здесь у нас тоже много чего важного находится, как у мужчин, так и у женщин. И если здесь у нас будет застой, то все. Если здесь застой, да, то тоже все плохо для здоровья. Это первое. Теперь у нас есть еще это кровеносная система и еще важная лимфатическая система. И мы с вами слышали, как люди, которые изучают дзюдо как искусство оздоровления, да, и здоровья, мы понимаем, что есть лимфатические каналы, да, по которой течет лимфатическая жидкость. Она очень важна, она несет там микроэлементы, и плохие вещи уносит из организма. И есть лимфатические узлы. Самые сильные лимфатические узлы, такие шарики, это вот здесь вот вы можете пощупать такие. Чувствуете вот здесь вот такие шарики, как есть. И наверное, они воспаляются. Это лимфатические узлы. Когда они воспаляются, значит там что-то плохо. Значит, там нету прохода лимфы, нету течения лимфы. Поэтому лимфатические узлы все находятся на соединении частей тела. То есть на кистит, вот здесь лимфатические узлы. Локтевое, здесь лимфатические узлы. Подмышечные, здесь лимфатические узлы. Шейные, здесь лимфатические узлы. Паховые, здесь лимфатические узлы. Коленные, здесь лимфатические. И голеностопные здесь. Все наши действия позволяют заставлять лимфу двигаться под телом. Да? Мы с вами сейчас что сделали, да, для действий? Мы с вами давали способность, да, и лимфе, и крови двигаться. Значит, мы сделали что с вами самое важное? Улучшили состав. Не ухудшили его, а то, что улучшили. То есть важно не ухудшить, но дали возможность улучшить его, чтобы лимфа двигалась, кровь двигалась и все остальное. Понимаете? И мы не были больными. Вот это самое важное. Во всех этих упражнениях. Здоровье есть, есть и все остальное. Как только здоровье заканчивается, заканчивается все остальное. Вот такой момент. Сейчас я вам покажу еще один комплекс упражнений. Я видел, Махо показывал там вот это упражнение, а я сейчас вам покажу один комплекс очень интересных упражнений. Значит, смотрите. Махо, я видел, ты делал вот такие вещи. Да? Есть один комплекс, сейчас я покажу, мы потом с вами попробуем. До трех досчитали, можно считать до трех, до пяти, до девяти, до десяти, как сколько хочешь. Допустим, раз, два, три. Другая нога. Раз, два, три. Две ноги. Раз, два, три. Поставили. Нога одна взяли, потянули к себе. Раз, два, три. Ставили. Другая нога. Раз, два, три. Ставим две ноги. Раз, два, три. Ставим руки. Раз, два, три. Отсюда ноги вперед.
Раз, два, три. 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 И стоп. Вот такой тоже комплекс. Левую ногу прижали к себе. Раз, два, три. Выпрямили. Правую ногу прижали. Раз, два, три. Выпрямили. Две ноги подняли, прижали к себе. Раз, два, три. Поставили две ноги на татами. Левую ногу подняли, колено выпрямили, насколько возможно, и взяли ее двумя руками, да, где голеностоп ближе к пятке. Потянули к себе. Раз, два, три. Поставили ногу. Другую ногу взяли. Раз, два, три. Поставили. Две ноги подняли. Подтянули к себе. Раз, два, три. Ноги наверху, руки на татами положили. И подняли таз, ноги за голову. Раз, два, три. Потихонечку ноги вперед идут. И поднимаем корпус. Так, баланс держим. Продавец. И на ручки взяли. Раз, два, три. Вытянули ноги вперед. И вытянули вперед. Раз, два, три. Хорошо. Ноги согнули. И вперед. Раз, два, три. Хорошо. Поменяли ноги. Раз, два, три. Ноги выпрямили и стоп. Вперед. Раз, два, три. Хорошо. Ноги к себе. И ручки вперед. Раз, два, три. И в исходную позицию. Отдохнули. Вот так. Вот такой вот комплекс. Можно его делать до 3, до 6, до 9, до 12, до 15. Можно делать один круг, можно делать 2 круга, можно делать 3 круга, сколько хотите. Вот. Ну, для детей можно там начинать с маленьких. Вот. Элементарно уже можно вот таким действием карты. Что такое карта? Это последовательность действий. Одно ведет за собой второе, третье, четвертое, пятое. Я хочу поблагодарить всех, ну, в первую очередь, да? Спасибо вам за гостеприимство. Вам, уважаемые тренеры, уважаемые молодые дзюдоисты, спасибо вам за то, что вы меня слушаете. Я знаю, что слушать – это очень такая непростая способность у человека. В основном все любят болтать, как я. Вот. Ну, спасибо всем, кто пришел.